IGP Radio и продюсерский центр «Новая романтика» представляют. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, зрители, рокеры, рокерши, леди и джентльмены, радиостанции MGP, это партнеры нашего фестиваля «Новая романтика». Мы начинаем новый сезон как бы с новым таким экспериментом, хотя может это не эксперимент. Мы хотим перед каждым туром четвертьфинала нашего фестиваля проводить встречу с группами участниками этого тура. И вот сейчас в преддверии первого тура фестиваля сезона 2021/22 фестиваля «Новая романтика» мы проводим интервью с группами-участниками первого тура. Группа, с которой мы сейчас общаемся, группа называется «Монополия», и лидер группы Антон Роганов. Правильно? Не совсем. Я не лидер группы, а... Участник группы. Участник группы, да. Спасибо, Антон. А лидер группы кто у вас? Я полагаю, лидер группы, наверное, это тот, кто... Автор музыки. Автор музыки, ну, скажем так, автор песни, потому что музыку мы пишем все вместе. Вот, но изначально отправной точкой является песня, которую пишет Полина. Полина. Песни в множественном числе, да. Она не смогла сегодня прийти, поэтому... Да, к сожалению, она не смогла сегодня прийти. Появились вы за все. Да, да. Понятно. Да. Еще раз здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Юрий. Нам любезно предоставил свое помещение клуб. Название клуба забыл. Подскажите мне, Денис. Кальмиус. Кальмиус, да. Очень красивое название, но для моего интеллекта сложное название. Клуб Кальмиус на Петроградской стороне. И первый вопрос. Как давно вы существуете как группа? Сравнительно недавно, где-то полтора года. Если мы говорим о существовании именно этого коллектива, потому что с Полиной мы достаточно давно вместе работаем и выступали уже на фестивале «Новая романтика» однажды, но в составе другого коллектива. Вот. А как фамилия в Полине? Астахов. Вы мне уже задавали этот вопрос не единожды. Но это было вне эфира. Вне эфира. А сейчас специально во время эфира вопрос этот задаю. Так, то есть Полина, получается, лидер группы. Я не думаю, что она восхитится вот этим термином «лидер», но по факту получается, что мы отталкиваемся именно от ее песен, да. От всех песен, которые вы сейчас исполняете? Да, да, она пишет песню и приносит ее мне. Вот, и получается, в общем, вот та чехарда музыкальная, которую мы можем именовать музыкой. Приносит вам, а вы, получаете аранжировщик? Ну да, если вы настаиваете на вот такого рода ярлыках, то да, аранжировщик. Да. И автор музыки или автор музыки тоже Полина? Ну я же говорю, она пишет песню, а я пишу как бы все, что получается в дальнейшем. Вот, там, то есть я создаю какую-то коллаборационную мешанину, вот, и если это можно назвать музыкой, то я только вот прям горжусь этим, да. Если это можно назвать музыкой. Я не знаю. Прилично ли слово «коллаборационная мешанина», Денис, если это будет нецензурно, вы вырежете это. Текст. Красивое название «коллаборационная мешанина». Красиво. Вам нравится, господа музыканты, такое название? Прекрасно. Это не аранжировка, именно мешанина. То есть в этом, кроме вас, еще участвуют какие-то другие музыканты группы, так? Я вам могу рассказать весь процесс. Да расскажите весь процесс. Полина пишет песню. Да? Вот, какая она написалась, вот как у нее это получилось, она ее отдает мне. Я под воздействием тех или иных чувств, которые мне вызывает эта песня, начинаю писать, ну, как сказать, оформлять это дело в форму, которую вижу я. Вот. В дальнейшем отдаю снова ей, говорю, смотри, что получилось. Она говорит, какая-то фигня получилась. Давай писать дальше вместе. Мы пишем вместе, вдвоем думаем, какая-то фигня получилась. Вот. Я снова дописываю уже один. Отсылаю ей, она говорит, ой, какая-то фигня получилась, давай еще писать вместе. Пишем опять вместе, потом мы говорим, ой, неплохо получилось, давай отправим Мите. Мите — это третий участник коллектива. И он говорит, какая-то фигня получилась. И
уже доделывает, и, в общем, мы как чешем головы, и вот вроде бы уже какая-то музыка. То есть вот такой процесс. В процессе получается минимум три фигни на вашем этапе, потом минимум одна фигня на этапе Мити, да? Да. Но Митя видит всю фигню вот как в целом. То есть у него вот все ему притаскиваем. Значит, вообще. В вашем изложении фигня – это некий не совсем устраивающий вас материал. Готов? Нет. В данном случае фигня – это нечто, что-то. То есть, вот как видели в «Семейка Адамсов», там была такая рука, вот ее называли «the thing», то есть вот вещь. Вот вещь в данном случае – просто что-то. Получается что-то неоформленное, ни по звуку, не приведенное к общему знаменателю. Это вот что-то. Некий неготовый продукт. Да. Вот, в конечном итоге это все собирается где-то на стадии уже вот, там, 10-15 переработок, которые участвуют все. Да. То есть получается, что у вас практически все участники группы принимают участвуют в создании этого нужного продукта. Безусловно, да. А когда вы считаете, что продукт готов, когда есть к этому в этом согласие всех участников группы? Я думаю, что не от согласия зависит, а от того, что если все участники группы начинают ловить от этого кайф. Вот если мы поймали кайф, ну да, это опять же образно. Каждый музыкант должен понимать, наверное, что когда его прет то, что получается, вот, наверное, это и есть тот момент, когда действительно что-то получается. Потому что основной, ну, это мое личное мнение, основной фильтр это именно... Мы же не академические музыканты, мы же не занимаемся древнегреческим искусством в рабовладельческом обществе. Мы просто пишем музыку, то, что хотим писать. Это определенное состояние. Ну, вот, я использую грубое слово такое «кайф», но это по факту именно так. То есть, когда нас раззадорило, как классно получилось, вот оно, наверное, и есть. И на этом стоит остановиться, потому что если делать дальше, то уже будет перебор. То есть, когда... Песня доходит в лице всей группы до состояния полный кайф, то есть довольны все участники группы, угу. То песня получается или произведение становится как бы готовым для слушателей, так? Для слушателей еще нет. Существует все-таки момент еще такой, как сказать, надо причесать это все дело немножко, чтобы. Ну, вот, а кто занимается причесыванием? У нас есть Митя, он. Кто? Я лично называю его звукоинженер, потому что основная его функция, он очень сильно разбирается в звуке. Он играет на клавишах, там, и всю электронную часть на себе держит. Вот. И, собственно, конечный продукт весь выходит вот у него. То есть он отвечает вот за то, чтобы слушателю не разорвало уши на концерте. Потому что, как я, допустим, что в нашу музыку, это достаточно грязно. То есть, а главный оценщик внутри группы – это Полина? Нет, это все. Все? Да. То есть, пока все не удовлетворены результатом? Да. И я думаю, что это на самом деле самый здоровый подход, потому что, ну, можно писать музыку одному. То есть, можно действительно собирать эти детальки, все как тебя устроит. Оно устроит тебя очень, очень интересно, очень хорошо. Но именно в компромиссах, в каких-то... находится еще что-то интересное. Не всегда можно следовать только за своим чутьем. Вот. Да, существует там, допустим, ну, в процентном соотношении там большее количество музыки. Допустим, сейчас делаю я именно в плане аранжировки. Там 70%, наверное, делаю я. Но если бы делал только я, не получилось бы что-то, ну, то, что... Устраивает всех. Не то, чтобы устраивает всех. Меня вот что-то не устраивает, я через себя переступаю, допустим, Митя мне говорит, вот это неудачный вариант. Мне так вот немножко нехорошо. А потом я понимаю, что он был прав, соглашаюсь с ним, и вот именно в этом компромиссе мне кажется, что что-то интересное рождается. Вот. Если бы я писал один, это было бы интересно, ну, в конечном итоге только мне. То есть для меня лично я считаю, что вот этот компромиссный подход, что каждый вносит понемножку, это позволяет рождать что-то более интересное, чем я бы сделал, допустим, один. Или... Сколько времени у вас уходит на создание одного произведения, одной песни?
по-разному. Последняя песня у нас ужасно долго писалась, вот 4 месяца, но мы ей занимались по большому счету дней 5-6. То есть если вот брать, прям посчитать часы, которые мы потратили на это, то где-то, но обстоятельства так складывались, что вот мы последнюю песню писали 4 месяца, а до этого 2 писались в течение месяца, то есть по 15 дней, и я немножко соврал, последняя, предпоследняя песня 4 месяца, а потом одна композиция родилась буквально за 2-3 подхода. Она сейчас так вот на концертах и звучит, просто буквально вот мы ее как написали, так и написали, все, она есть. За несколько дней. Вас устраивает та программа, которую вы сейчас исполняете? Какую? Вопрос интересный в том плане, что я же вроде бы привык считать себя рациональным человеком, и я понимаю, что гнаться за какими-то идеалами это достаточно глупо. И меня устраивает вроде как, но, с другой стороны, я понимаю, что это мало. И это на данном этапе, наверное, хорошо, но этого маловато. Вот. Все будет еще. То есть у вас есть какая-то внутренняя неудовлетворенность? Конечно. От того материала, которым вы сейчас исполняете? Конечно. Я же действительно понимаю, что это же не все самое лучшее, что мы можем сделать, и поэтому... Если бы мы могли сразу сесть и написать идеальный альбом, допустим, это достаточно было бы круто, но тогда бы все на этом и закончилось. Именно та неудовлетворенность, она и заставляет придумывать еще, и идти вперед за этим. Вот. И пока, если эта удовлетворенность наступит, это, наверное, будет подобно смерти, вот, творческой. Пресыщение какое-то некое. Я бы не назвал это пресыщением, но что-то подобное, да. Какой-то аналог пресыщения. Вот, творческое, вот это вот, как сказать, тишь да гладь. Вот. Все-таки музыка, она достаточно эмоциональная штука, она основана на каких-то переживаниях. Вот вы очень много времени уделяете на репетициях процессу, не знаю, сочинения, наверное, так можно сказать? Именно на репетициях нет. Именно на репетициях больше процессу верстки материала. То есть еще какая-то есть часть работы, которая проходит вне, на репточках, а дома вне, да. Вне репточки. Вас это всех вместе и как-то сблизило? И заставили в одном составе играть или нет? Что-то другое есть? Безусловно, сблизило, да. Это очень интересный процесс, за этим постоянно наблюдаю. Да, это вдохновляет всех участников группы. Я вообще больше, наверное, надеюсь на то, что вдохновляет, но я по факту вижу, да, что, конечно, вдохновляет. Вот. Это такие человеческие взаимоотношения тоже, они развиваются параллельно музыкальным взаимоотношениям. То есть у вас получился в этом процессе, что, условно говоря, первый шаг идет от Полины. Да, что касается... Потом упирается материала. В вас. Потом у вас на сцене трое-четверо. То есть потом Митя, то есть каждый из участников группы носит свой вклад. Да, конечно. И только совместное, только решение всех трех членов коллектива, группы, дает возможность понять, готово произведение или нет. Не решение, я бы не назвал это решением. Совместный трепет, вот так вот. Вот если мы поймали... Ну, вы назвали это кайфом отчасти. Да. Ага. То есть, если процесс не дошел до состояния кайфа, значит, что-то еще не готово. Значит, что-то еще не готово, да. Сколько у вас программ пить? Наверное, что не меньше 10, наверное. Вот сейчас 9. 9? Да, 2 разработки, 9 мы играем. На концерте позавчера, в субботу мы отыграли 9 песен. То есть, вы так четко говорите, что получается, что каждая песня вам дается, ну, не просто, а с большим трудом, можно даже сказать, какими-то переживаниями, не знаю, включениями всех членов группы. Очень интересно. Конечно, с трудом, конечно, с переживаниями. Я не знаю, как это может восприниматься со стороны, но да, действительно, это труд. Ну, существуют различные, как это, назовем это в кавычках, «ох уж мне эти муки творчества». Да, это различные страхи, это различные, опять же, напротив, вдохновенные какие-то вещи. То есть процесс, он
Ну, все музыканты могут это понять, что процесс, он не совсем контролирует, контроль поддается. То есть это не вот пришел, сел и сделал. Или там тебе снизошло что-то, и ты написал. Нет, здесь присутствует и момент концентрации, и момент вдохновения, и момент преодоления, и, собственно, все, что есть в жизни, все есть и там, в процессе создания какого-то трека. Насколько я это понимаю, это достаточно здоровый подход, но это мое мнение лично. Но словосочетание муки творчества годятся для определения? Если уж очень обобщать, то годятся. Ну, в них все просто вкладывается. Вот. Ну, детально, может быть, и не надо. Детально, может, не надо. Все-таки муки творчества, но получается, что это не зря придуманное словосочетание, которое касается очевидно, да, всех участников творческого процесса. Да. Каким бы творческий процесс ни был. Но текстами у вас занимается в основном Полина. Не в основном, а только Полина. Только Полина. Угу. И музыку пишет только Полина. Я говорю, вот мелодия. Точка, от которой мы отталкиваемся, да, потому что часто все-таки гармония даже видоизменяется. Вот. Хотя вот тут, ну, надо об этом упомянуть, наверное, что у меня какой подход вообще творчеству. Ну, не ко всему творчеству, а к творчеству вот, к вашему конкретному монополии, да. Мне очень нравится, что пишет Полина, какие песни она пишет. Вот в оригинале, как она пишет на фортепиано, поет и себе аккомпанимирует на фортепиано. Вот. И мне очень нравятся ее песни, они меня трогают в глубине души. И я чувствую в них какую-то такую красоту, которую мне хочется еще больше оттуда вытащить. То есть правильно ее... Как это? Преподнести. Преподнести, да, выжить из нее максимально и вот сделать так, чтобы все вдруг поняли, насколько это прекрасно. Вот. Меня часто заносит. Получается? Ну, у меня сомнения по этому поводу, потому что я говорю, туда много своего вкладываю, то есть заносит немножко. Да, получается, но как любой нормальный человек, я сомневаюсь в этом. Поэтому я забыл вопрос, на самом деле. Меня опять понесло в другую сторону. Нет, все правильно. Вы по существу вопроса ответили. То есть получается следующее, что один из членов коллектива вносит некую искру какую-то. Запал. Да? Запал, да, запал. Остальные этот запал превращают в съедобное, удобоваримое произведение, которое пока не устроит всех членов коллектива, не проходит дальше. То есть вы, по идее, выступая на концертах, играете только то, что вас всех устраивает по качеству. Ну, да, у меня немножко больше сомнений в формулировке «устраивают», не то чтобы «устраивают», вот, но в итоге, да, и «устраивает» тоже. Спасибо, очень тонкий ответ, очень грамотный ответ. Вот название ваше «Монополия». Что это значит «Монополия»? Мы не вкладывали никакого смысловой нагрузки, потому что, ну, не то чтобы я хотел как-то кого-то обидеть, но вот большие смысловые нагрузки в названии – это достаточно бесполезная, на мой взгляд, вещь. Вот. Игра слов просто. У нас вокалистку зовут Полина. Вот. Полли мы ее называем вот так вот, в быту, в жизни. Вот. И монополи в данном случае просто игра слов. И все, не более того. Вот вы сейчас очень зряче объяснили процесс, творческий процесс создания песен в лице вашей группы. Скажите, пожалуйста, а даже знаете точное число песен? 9. Там двумя еще работаете. А какой бы песню или песни в вашей программе вы назвали бы главным хитом? В зависимости от того, что вы имеете в виду под словом «хит». Хит – это то, что понравится большее количество людей, что это вот действительно что-то удобоваримое и, ну, вот, что имеется в виду? Я скажу, честно говоря, я никогда не понимал это определение, вот в чем дело. Банальность. Хит – это то, что остается в памяти у тех, кто послушал, да? Запоминается, да. И это может быть не самое сложное произведение, не самое по тексту понятное, непонятное. Здесь важно другое.
оно зацепило людей или не зацепило. Если зацепило, значит хит, если не зацепило, не хит. Вот как бы мое понимание слова хит. Как вы считаете, у вас есть такая песня, она, можно сказать, не самая глубокая в содержании, которая цепляет людей, есть или нет? Об этом рано еще говорить, но тем не менее спасибо за определение своего слова хит. Последняя, наверное, песня, потому что она действительно родилась из ничего и достаточно быстро, и она очень простая. И мы захотели ее именно такое оставить, хотя часто нас уносит именно в сложности. Но вот последняя песня, она действительно максимально простая. Просто бит, просто мелодия, просто вокал и просто пару проигрышей. Все. А может так и надо, чтобы все было хорошо? Может быть, а вот время покажет. Но опять же, подходы меняются, то есть мы же всегда что-то ищем. Это же творческий процесс, он на то и творческий процесс. Если бы мы выявили какую-то формулу, то мы были, ну, скучными математиками, не знаю. А это творческий процесс. А было бы очень круто, если бы вы вывели формулу. Нет, ну, конечно, на будущее можно загадывать, но формулы выводить, наверное, все-таки не про музыку, это больше про академичную музыку какую-то. Почему классическая музыка существует до сих пор? Потому что она... По какой-то формуле? Отчасти. Я не хочу сейчас обидеть классическую музыку, но там действительно, ну... Мы им не скажем, мы это скроем. Okay. Спасибо большое, Антон. Мы, уважаемые дамы и господа, радиослушатели, мы сейчас слушали рассказ о своем творчестве Антона Роганова, группа «Монополия». Спасибо, Антон, за исчерпывающее, или не очень исчерпывающее, за исчерпывающее объяснение творческого процесса. Спасибо большое. Спасибо вам. Да.